Действуем. Мини-маленьких грохострельчиков ледяных устанавливаем. Какая же милота, ребят. Вы просто посмотрите на них, а. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в модификацию «Растения против зомби 2» Эклиз. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. И также, кстати, вступай в мой дискорд-сервер, ссылочка будет в описании. Правда, там нету как бы текстового и голосового канала, но там как бы уведомления о видосиках, а это очень важно, а также расписание. Теперь ты будешь знать, как да, и какие видосики будут выходить. Короче, ребята, я не знаю, вам так заходит эта модификация, мне так очень приятно. Обязательно поставь жирненький царский лайк, давайте наберем на этом выпуске 2000, мне будет очень приятно. В общем, какие новости? Во-первых, мы посмотрели на растение мини-грохострел. Блин, он такой миленький, но чтобы, конечно, именно полностью... Ты понимаешь, как бы его получить, тут можно офигеть, потому что цена такая запредельная. Конечно, есть, так сказать, open case, да, может быть, маленький шанс, типа, что мы там как раз получим, но, скорее всего, вот. Вот что мы с тобой получим, я тебе скажу. Ладно, давай, кстати, зайдем в квест и посмотрим, может, что-то такое интересненькое появилось, либо что там у нас... А также, кстати, готовится новая офигенная модификация, включающая много растений из китайской версии. А ты понимаешь, там столько растений, так что, дружище... Ага, во! Погоди. Мы же вроде это проходили, или нам еще раз дают как бы пройти этот уровень. В принципе, можем. Давай. А нет, это реально другой уровень! Так, и надо подумать, кого взять. Блин, возьмем кого-нибудь, знаешь, такого... Кого бы взять? Вот такой вопрос. Господи, мини-ледяной грохострел, что ли, взять его? Блин. Давай возьмем, попробуем. Ну, а так, в принципе, основная команда у нас... Какая может быть? Я очень сильно, на самом деле, ребята, люблю... Электрический... Так... Камыш, вот. Он хорош, реально, ребятки. Он великолепный. Также можем взять вот такие вот шипы. Угу. Ну и, в принципе, все. Ну, вначале вообще лучше бы нам... Айсберг. Можем вот это. Долька чеснока тут также есть, ребят. Но это уже в следующий раз мы все это протестируем. Так круто, что можно... Так, 50 солнышек, ничего страшного. Мы с тобой сейчас заработаем, бабосик. И начинаем, в принципе, да, вот так вот. Блин, мне вот интересно, мини-ледяной грохострел. Посмотри, какой он маленький, какой он холёсенький. Посмотри на это. И, походу, тут, боже мой, тут уже что-то такое настоящее прям. Так, тихо, дружище, давай. А он офигенно работает. Ну, он не так сильно прям замораживает, но от него толк какой-то есть. По крайней мере, ребята, какой-то толк есть. О, погоди, а как... Ого, электрический камыш, смотри как... Что, его можно совместить? Погоди, как-то я вообще немного теряюсь, потому что... По-новому, тут реально все по-новому, погоди. Дружище, стой. Вы уже что-то немного офигели-прифигели. Ребята. Ничего себе. Так, ну видишь, тут уже минус. Ладно, пропускаем. Кабум. Хотя бы так, дружище. На самом деле, что-то как-то сложновато. Очень потно. Очень потно, ребята. У нас хоть солнышки даже есть, но... Боже мой. Давай сюда поставим. Тихо. Ребята, вы что-то вообще уже там офигели, прифигели. Мне как это проходить? Это реальный хардкор. Это реальный хардкор! Куда?
Жесть какая, какая же жесть. А он, погоди, он же шипы. Ох, блин, это ужас, ребят. Вот честно скажу, это ужас. Давай заново, давай переигрывать. Потому что, смотри, он шипы сейчас просто наши нагнет. Это просто жесть. Ну что же, друзья, выдвигаемся вот таким вот составом. Да, специально я вот так взял. Вот это растение, оно имбовое, ребят, поверьте мне. Так, сейчас сразу просто максимально быстро действуем. Мини-маленьких грохострельчиков ледяных устанавливаем. Какая же милота, ребят, вы просто посмотрите на них, а. Так, хорош. Гавруш. Так, сюда. Отлично, отлично, ребятки. Блин, стреляют, там что-то делают еще. Так, мы уже можем поставить одну штучку, но пока не, не, ребят. Пока не нужно. И вот сюда. Вот сюда, ребят. Этого сюда. Этого сюда. Во, потому что сейчас тут пойдет задница. Вот она, как выглядит. А, кстати, ну ни хрена себе, он с самого конца... Блин, ну все, ребят, это вин. Это вин, это стопроцентный вин. Потому что, поверьте, ну поверьте мне, сейчас вы офигеете. Мы все сейчас сделаем, как на... Блин, зря я вот сюда поставил, это грох... Господи, грохострел подсолнух! Ладно, ошиблись, ничего страшного. Ничего страшного. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Так, сюда давай поставим. Да тут спокойно. Капец, имбова! Это ужас. Это просто имба. Что, мне нравится. Мне прям нравится. Офигеть. Вообще хорошо идет. Не, правда, правда, очень хорошо. Так, сколько там у нас уже? 350 есть. Сюда ставим, устанавливаем. Эти плиты я вообще не понимаю. На кой фиг? Чисто какое-то издевательство, если честно. Потому что... Тут нет удобрения, чтобы ульту зомби делали. Вот тут надо аккуратно, ребятки. Тут надо бы как-нибудь избавляться от этих, на самом деле, дружище-то. Так, два, давай два. Я думаю, это поможет. Это должно помочь. Смотри, это вообще имба. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, в принципе, тут... Ну-ка, что получится? Как ты думаешь? Хорош. Хорош, вообще хорош. Так, ну тут-то уже пора устанавливать нам. 350, ну давай-давай, 50 солнышек. Есть. Тихо-тихо-тихо, ребята. Блин, они все идут, катят бочку. Тихо. Ой, этого заморозили, отлично. Хорош. Ой, хорош, ребят. Хорош, 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 хорош. Хорошо идет, хорошо идет. Этого уже вынесли, офигеть. Тихо, ты не толкай давай там, братишка. Успокойся, пожалуйста. Так вот делаем, ребят. И сюда. Пойдет, вообще пойдет, ребят. И маленьких мини вот этих вот повсюду надо ставить сейчас нам устанавливать. Так, идет побольше волна, как ты понимаешь. Сейчас надо быть немного готовым. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Да они, по-моему, вообще быстренько... Быстренько, так сказать, окочуриваются, ребятки. Вообще хорошо идут. Так, а вот это уже нехорошо. Вот это вообще нехорошо, если честно. Очень нехорошо. Очень нехорошо. Прям очень нехорошо. Максимально нехорошо.
ребята. Не того мы, к сожалению... Блин, а как же тут этого-то заморозить? А, вот сейчас он... Ой, отлично, это Гаргантюа как раз заморозился. Великолепно. Пойдет! Блин, ни хрена себе! Сказал я себе. Это хардкор, детка. Дядька. Хардкор, дядька. Так, опять же этот... Ага, понимаю. Минус этот. Чибрик. Ну, должно получиться. У нас как по маслу сейчас. Там мина, если шо. Хорошо, ребята, хорошо, идем. Офигеть, мы тут уже все расставили, все поставили, посмотрите на это. Ой-ой-ой. Так, ну вот это вот, конечно, не очень прям хорошо было. Хорошо получилось, но ничего. Блин, ну вот это напрягает, конечно. Напрягалочка есть тут такая. О, хоть не сожрал. Ладно, спасибо. Спасибо на этом. Охренеть, сколько просто их тут. Люлеем нормальных отвешивают. На самом деле-то, ребят. Пойдет. Мини... Ледяные грохострелы быстро ставим. Ну вот, и тут, конечно же, вот так вот, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же вы тут? Ой-ой-ой, денежек много, конечно. Но... Ну, тут... Все-таки прошли, да, вы говнюки? Да нет, в принципе, не особо-то прям прошли, я бы сказал. Ну, к сожалению, даже не знаю, ребят, что делать тут прям. Так, ну, в принципе... Погоди, так мы сейчас 100% выживем. Минус. Посередке никто не идет. Тут сейчас минус. Деньга есть. Ну, все равно, знаешь ли, мы молодцы. Посмотри на это. Посмотри на это. Все равно мы молодцы, большие. Дружище. Все равно мы молодцы. Три газонокосилки все-таки спасли. Вот что я тебе скажу. Ну все. Давайте, ребята. Хреначьте эту штуку, молодцы. Блин, какое имбовое растение, серьезно. Я недооценивал. Плюс, конечно же, в конце пиньяты. Где-то... А где гемы? А, хорош. Фух. Ребят, это было на самом деле сложно. Но это еще не все, нам нужно все равно сейчас зайти немножечко хоть побродить. Побродить, как говорится, обычные уровни попроходить. Награду мы с тобой забираем. Да, конфетки у нас теперь есть.
Идем дальше. Надо Карамбулу обязательно нам, ребята, разблокировать. А, кстати, сколько у нас вообще этих штучек? Как мне посмотреть-то? Блин, я забыл что-то. Этих ментоловых конфеток, или как они там называются. Так, давай-ка сюда зайдем, в садик наш. Все-таки я думаю... Ой, не зря мы с тобой зашли, я тебе хочу сказать. Все, нет у меня больше. Обидно, обидно. Вот зато у нас уже 32 тысячи, прикинь. Просто раз, с куста, и все. Это неплохо, это неплохо. Мне нравится наш садик. Мы будем его обязательно прям расширять. Слушай, и начало серии обязательно будет начинаться с этого. Офигеть, прикинь. Слушай, мне вообще нравится, мне очень нравится. Так. Сенсоры зафиксировали мои глаза. Но это фигня, ребят. Короче, надо... Что нам тут нужно? Серьезно. Так, но... Смотри. Че, будет крутой у нас все-таки Грохострел, да? Или можем его чуть... Ну, чуть-чуть, так сказать. Давай второй ранг ему дадим, чтобы дамаг 40 был. Да. Вот так сделаем. А, мы с тобой же еще и дракончика разблокировали. Ой, мама. Я даже не знаю, он тут... Как будет? Ну, видишь, надо это все долго будет нарабатывать-то на самом деле. Ну, попробуем, попробуем, дружище, попробуем. Чуваков с факелами нет, поэтому все будет нормально. Так, мы стартуем уже с большой, с крупной, так сказать, суммой, скажем так. Шторм. А где будем расставлять? Такой вопросик. Давай, наверное. Кто пойдет? Кто пойдет? Кто идет, кто пойдет? Ой, вот эти вот чувачки. А, ну эта штука здесь справится. То есть, видишь, нам как бы дают прям такие хорошие шансы выигрывать. Давай, наверное, уже расставлять. Пора. Тут дракончики будут. Сэндшторм. Да, я понял, ребята. Прикол весь. Ладно, хорошо. Вообще хорошо, ребят. Хорошо идем. Хорошо, правда. Урон большой. Мы с тобой уже... Немного подготовились. Хотя бы. Так, сюда этого. Сюда этого. Так, он не будет жрать мину. Мне прикрывает, как это безумный Дэйв. Чисто маска такая. Фараон безумный Дэйв. Жесть. Так, чё ты с моим стеноорехом творишь? А куда я вообще этих-то ставлю? Я чё? Братишечка, ты зачем вообще тут ставишь на этих? На кой фиг? Зачем? Не, зачем я реально тут их поставил? Для чего? Я же хотел как лучше, но... Ладно. Ребят, ладно, ладно, ничего страшного. Тихо, тихо, дружище. Успокойся, пожалуйста. Ладно. Ладно, сегодня без дракончиков. Блин, ты вот засранец маленький. Понимаешь, ты проблему мне создал только что на ровном месте. Все, иди нафиг отсюда. Во. Ну ладно, эти ошибки можно допускать. Ничего страшного, ребят. Так или иначе, мы с тобой все равно выкрутимся. Хоть как-то. Опа. Ой, хорошо, хороший урон просто, ребят. Прям хороший, очень хороший. Денежка у нас фармится. Все, идем дальше. И вот теперь мы опять же, ребята, фармим тут. Да, вот так вот делаем.
Хорош, это я люблю. Вот что я люблю, ребята. Так, мне бы на самом деле, наверное, обновить бы. Стена орехи. По идее. Это вообще бедный-бедный, смотри, что с ним там. Так, обновляем. Аптечка. Ну, а дальше вы знаете, ребят. Просто-напросто копим солнышки. Так вот делаем по одному. Так, чуть-чуть остается. Давай, выдавай мне порцайку, и тебя, от тебя сразу лопаткой, быньк. Так, 150. 200. Все. То есть, ну посмотри, как мы быстро от них. Раз-раз-раз-раз-раз, и все. Хорошо, прям хорошо. Только успевай деньги соб... Да я не могу! Не получается денежку собрать! Так вот только получается зажимать. Оп, и нормально. Все. Пам-пам-пам-пам. Ребята, забираем деньгу. Денежку берем. В магазин идем, да, хочется сказать. Так, мы с тобой на самом деле па-па-па-па-па идем дальше. Ребята, я хочу вот сегодня мы же, да, карамбул должны получить. О, он прислал. Он Гаргантюа прислал. Да, да, я знаю это, ребята. Мы с тобой уже довольно долго играем, поэтому я все знаю. Короче, смотри, что вообще лучше тут взять? Конечно же, самое простое — бумеранг взять, либо вот это вот, потому что, ну, на первых порах это нужно. Это нужно. Вот, потому что зомби пойдут, как от них избавляться? Так, давай потихоньку, помаленечку. Первый зомби, конечно, пойдет. Мы его встретим спокойно, налегке. А, смотри, нифига нас одаривают солнышками, смотри. Раз-раз-раз-раз-раз. Что-то тут прям подкручен, как будто, да, шанс? Ну, мне же лучше. Так, дружище, это ты молодец. Иди давай. И давай, наверное, вот сюда вот потихоньку ставим. Да, я знаю, капусту лучше, но урон, конечно, у грохострела-то побольше все равно. И тут можем уже вот так вот. Потихоньку, помаленьку. Ты давай все-таки так вот будь, дружище. Мину, я не знаю, даже стоит. Ну, давай поставим. Все-таки. Блин, и этот... Вот я как будто Ванга, я прям предвидел. Какого фига? Мы бы сейчас тут поставили, мы бы все, уже избавились бы от этого засранца, но... Ладно, выбираем, так сказать, трудный путь. По трудному пути идем. Окей. Окей. Да мы все равно справимся. Все равно. Тут вообще легко, ребят. Спокойно. Все, смотри, у нас уже рядочек грохострелов готов. Они пока... Ну вот это вот, конечно, не очень хорошо, поэтому здесь мы... Ой, я думаю... Не успеет, не успеет взвестись. Что думаешь, успеет, не успеет? Не успеет. Да блин, там все... Ой, там расчет... Не, успела, уф, слава богу.
Хорошо, ребятки, хорошо пошло. Ну и тут, естественно, я вот так вот сделаю. А с тобой вот так. Хотя наоборот надо было-то по факту. Сюда надо, сэндшторм. Вот это очень плохо. Давай-давай-давай, избавляемся. Ладно, тут три волны, поэтому должно все пройти как по маслу. Все хорошо пойдет, ребят. Обещаю вам. От этого избавляемся. И, конечно, ты понимаешь, сэндшторм будет, поэтому лучше сразу... Ребятки. Ну, тут быстро выдают солнышки, поэтому нормально. Хорошо. Так, все равно, на всякий случай, надо поставить... Это вот мины. Так, готово. Только бошки отлетают, правда. Только бошки отлетают. Так, и давай-ка вот сюда вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, не воруй, жулик. Жулик, не воруй. Ну и все, по идее, мы сейчас включаем быструю скорость. Ну тут и легко, правда. Вот предыдущий уровень был, там надо было реально немного подумать. Но там, правда, растения нам все как бы доступны. Поэтому... Так вот... Ах ты, ворон! Воруют, ребят. Вот чекайте, смотрите, что делают, гады. Что делают? Ты зомби. Так, ну вроде так, нормально. У меня просто курсор, ребят, он тоже зелененький, как бы, и фиг увидишь. Вот согласись. Так, хорошо. Блин, не того мы. А, ну нормально. Пойдет. Говорят, там еще, смотри-ка, что-то. Прям двое аж идет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, тут приехали чутка. Ну там... О, заморозило, только не того заморозило то. Так, о, теперь того. Этого, того. От этого избавились, теперь от Гаргантюа надо бы избавить ее. Ой, блин. Да, этот проел все равно, смотри-ка. Бесит то, что он это... Так, хорошо. Фух, подустал, ребят, подустал, честно скажу. Эти чувачки, блин, напрягают прям очень сильно. Еще мы с тобой можем тут поставить. Давай сюда ставим. На самом деле тут-то защита немного это страдает, видишь? Ой, Гаргантюа там уже идет. Работаем, ребятки. Так, ну он сейчас заморозится хотя бы.
Блин, проблема в том, что он уже размахнулся, видишь, и он тебя по мини ударил. Проблема, блин, большая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас очень плохо, ребят, потому что, видите, все получается. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. И вообще не там идет, где надо. Тут, потому что очень тяжело. Сейчас будет тяжеловато. Значит, четверо не справятся. Блин, я не знаю, что делать. Ладно. Хотя бы мина взведется. Вот так вот сделаем. А мина там уже, если что. Как говорится. Фух, до последнего, ребята. Просто до последнего. Смотри, что как стараемся, а. Ну, вот так. Ну, в смысле? Ну, и какого фига, блин? О, я уж испугался. Думал, чё? Кого-то заморозил, да? Ну, того. Ну, надо. Тут проблема в том, что, смотри, в чем прикол стал. Что вот эти с факелами, они идут позже фараонов. И получается хреново, что весь урон-то поглощают... Именно эти фараоны. Это прям вообще проблематично. Даже вынесли. Все, шикарно. Мы с тобой карамбалу получили. Ребята, можем наслаждаться. На самом деле, мы сегодня большие молодцы. Мы ее в следующей серии проверим, протестируем. Это будет, я думаю, скоро. Скоро серия. Обязательно поставь свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка. Подписывайся, точнее, вступай в Discord сервер. Он будет в описании.